Так, итак, начинаем, значит, тестировать Chevrolet Tahoe. Данный автомобиль у нас 2013 года, 2280, да, стоит она, 2280, цена единая, да, то есть сборка Калининград. Ну, надо сказать, что сборка Калининград здесь из-за того, что, в принципе, там просто колеса, то есть весь кузов, двигатель, вся ходовка собирается в Америке, она приходит в Калининград, и там как бы накидывают колеса, все, в принципе, поэтому... С одной стороны, у нас вроде бы как калининградская сборка, а с другой стороны, полноценно американская. Смотрите, да, я подойду к машине. Машина почти с меня ростом, смотрите. Вот что мне нравится в ней. Мало машин бывает, которые как бы вот выше меня, но по размеру она действительно огромная. Сегодня, конечно, мне будет очень приятно на ней поездить. Я первый раз влюбился в Tahoe, когда я ездил на предыдущем кузове, да, вот до этого классической с хромированной полоской, раздвоенными фарами. Мне поразила тогда энергоемкость подвески, и вот совокупность вот энергоемкости подвески, внедорожных характеристик и поведения на асфальте, да, вот, по трассе очень удобно на них ездить. А, в принципе, сегодня, естественно, мы проедемся на ней, замерим динамику. Ну, по легкому бездорожью, потому что все-таки машина новая, да, и пока, так как у нас очень сухо летом, сложно найти там серьезную грязь, вот что найдем, то попробуем. Естественно, по трассе, и в конце мы сделаем выводы. Вот данный автомобиль 2280 стоит в Америке, посмотрел на официальный сайт Chevrolet, цена на этот автомобиль начинается с 42 тысяч долларов. Вот, если, ну, по сегодняшнему курсу это где-то 1 300 000, грубо говоря, да, здесь, в принципе, она на 1 000 000 дороже. Но в Америке это действительно культовый автомобиль, на них ездят там все, там FBI, охрана президента, ну, там они на субурбанах ездят, на более длинных таких же, таки, на этой же платформе, но более длинный автомобиль, и там домохозяйки даже там, да. Достаточно популярная платформа в Америке, там как пикапы на ней делаются, там есть более, там, старший брат в ценовой категории Escalade, то ли с более мощным мотором, но лишен вот этих всяких раздаток. Вот, поэтому мне вот честно, вот если посмотреть, почему мне нравится эта машина? Во-первых, цена-качество это номер один. Я могу всегда говорить, что вот Chevrolet Tahoe мой любимый полноценный рамный внедорожник, потому что если даже сравнивать с другими автомобилями, да, такими, ну серьезные, кто у нас там? Land Cruiser, Gelandewagen. Во-первых, он самый большой из них, он шире, выше, длиннее, и у него самый большой дорожный просвет, то есть 231 миллиметр. Больше вот из этих... У вас Патриот, по-моему, даже больше. То есть он короче, но он шире и выше, да? Да, и он дешевле. Вот у нас секрет российского внедорожника в России. Максимально большой автомобиль за меньшие деньги. Но Tahoe, если брать комфорт, цена, возможности на бездорожье, да, то есть это оптимальный вариант. Внешне машина смотрится очень шикарно, так... Достаточно вот то, что нужно для России, красиво, брутально, да, не слишком, ну вот, черный цвет, хром обязательно, да, то есть здесь, в принципе, есть весь набор, чтобы быть престижным на дороге России, плюс она вот самая большая именно с точки зрения вот массы, да, но, кстати, если говорить, сравнивать с Land Cruiser, опять с Gelandewagen, машина легче их сама по себе, но больше, да, вот, а под капотом данного, давайте, в принципе, я вам лучше покажу. Машина настолько большая, что если бы я поставил штатив, чтобы я ходил в кадр, двигателя бы не было видно. Даже, посмотрите, даже как бы у нас V-образная восьмерка, это классический Vortec с функцией отключения половины цилиндров, да, для экономии топлива. Кажется здесь даже маленьким, да, сюда вполне можно было засунуть V12. Вообще американцы не тупят особо с моторами, у них есть один вариант решения, ну там для американского рынка, да, то есть это V8 и дизель какой-нибудь Duramax 6-литровый, все. Никаких там 2-литровых внедорожников с турбонаддувами двигатели они не ставят. Вот, поэтому здесь под капотом все элементарно просто. Никаких нововведений, никаких наддувов. То есть все элементарно. Ну, смотрите, здесь можно, мне кажется, тоже... обслуживающий персонал, мне кажется, может сюда просто вот в полный рост встать и там заниматься дальше своим делом. Потому что места очень много в машине. Сзади у нас все, в принципе, достаточно просто. МОЗ. Смотрите, какой огромный стабилизатор, да, чтобы машина, в принципе, себя чувствовала полноценно на трассе, на дороге. Мощные стойки стабилизатора, пружины. Ну, в принципе, здесь все понятно. Достаточно надежная конструкция, классическая, американская. Так, а при открывании двери у нас открываются такие пороги. То есть они выдерживают вес, ну, сколько? Килограмм 150, наверное, точно выдерживаю, да? Просто мы встаем здесь.
легко. Когда мы садимся в машину, например, мы сели, вот, они через какой-то, вот, все закрываются. Это LTZ комплектация, то есть максимальная. По-моему, в базе их нету, да? Нет. То есть это когда дополнительный уровень. Вот тогда, если в салон посмотрим. Я поднимаюсь в салон, то есть по ступеньке именно. Вот даже она мне здесь нужна, чтобы сюда сесть. Чтобы для удобства, конечно, да? Но что могу сказать? Ну, по-моему, в более большом автомобиле я никогда не сидел. Ну, вот, по крайней мере, в этом году точно. Ну да, сложно вспомнить. Места очень много. То есть у нас, грубо говоря, электрорегулировки. Здесь механические регулировка руля. То есть она по наклону, на себя она регулируется. А? Да, у нас, да, баранка только регулируется по углу наклона, вот, а сиденье мы можем регулировать под себя, то есть, да, любой человек любого роста здесь сядет удобно, комфортно, то есть, как в полулежачем состоянии даже, вот так можно ехать здесь спокойно, по трассе вот 1000-2000 км спокойно проедешь, достаточно очень комфортно, расслабляющая такая посадка, знаете. Педали тоже регулируются. А, педальный узел тоже даже отдельно, да? Ну вот, это в принципе да, для того, чтобы, в принципе, там же в Америке разные люди, и женщины маленькие на них ездят, в принципе. У нас редкость на таких машинах, чтобы девушки ездили. Так, давайте сам за собой сяду. Опять поднимаюсь, сажусь. Ну что? Естественно, здесь я помещаюсь, а как иначе при таких размерах? Места достаточно много есть. Не чувствуется, что, в принципе, рамная. Ну, хотя немножко есть ощущение здесь над головой. А такая у нас, грубо говоря, выштамповка в крыше. Мы тут, даже высокие, очень сильно высокие люди не будут упираться головой. А так, в принципе, очень длинная подушка нижняя, сиденье. То есть по трассе тоже было бы замечательно в таком автомобиле передвигаться. То есть здесь у нас ящички, стаканники, раздельный климат-контроль, надо это отметить. Удобно. DVD. А, здесь? А, здесь даже DVD у нас есть, смотрите-ка, а. С ума сойти. Итак, открываем ее достаточно просто, то есть она сама открывается. И большой, огромный багажник. Здесь у нас, так, третий ряд сидений, естественно. Третий ряд сидений. Вот, так он складывается. В принципе, и вторая то же самое. И если мы хотим, например, вытащить, то есть они вот так вот остаются целиком, у нас багажник освобождается. Так, места очень много. Комфортно сидеть целиком, даже там можно поместиться. Вот здесь у нас такой навес от дождя получается. Место здесь огромная тачка. Да, ну тут, естественно, подстаканники. Запаска у нас снизу. Там снизу она. Да, но машина, конечно, на все случаи жизни. Даже можно жить в ней, наверное. И закрываем, естественно, вот так вот. Еще хотел бы отметить, что вот на бездорожье вот эта юбочка будет нам мешаться. Поэтому она стоит на болтах. На зиму я бы ее снял, чтобы не мешалось. Итак, по салону, значит. Хотел сказать, что здесь ключ, как на Chevrolet Spark. Понимаете, да? То есть, ну, можно было кнопочку, конечно, старт этот сделать завода. Ключ уж как-то не очень здесь. Так, надо GoPro снять. Вот GoPro я снял. Ну, здесь достаточно все просто. Так, что у нас здесь? Она сейчас пищит. Давай-ка пристегнемся. Вот. Здесь у нас тахометр, спидометр, да? Удивительно, да, температура двигателя всегда 100 градусов. Я вот так удивлен немножко. Ну, естественно, давление масла, уровень топливного бака. А, здесь у нас есть бортовой компьютер, естественно, чтобы вот здесь мы меняем положение. То есть спидометр, таймер. Таймер, тесно, ничего, по кольцу ездишь, что ли, на ней? Вот, одометр, поездка. Так, давайте попробуем сбросить. А, нет, сейчас вот мы сбросим. Да,
расход топлива. Ну вот, в принципе, достаточно просто. Естественно, он, это не считается премиальным внедорожником, но за 2 миллиона, то есть такой дубоватый пластик, ну, это он не скрипучий, простой. Вот здесь кожаная вставка, но так нельзя назвать пластик, конечно. И дешевым, и дорогим. Но ощущение дешевизны вот здесь вот чуть присутствует, да, то есть он есть. Это руль тоже обтянут кожей, да, такой. Ну, руль я перетянул, чуть потолще было сделал. Но это уже на усмотрение, естественно, владельца. Но за такую цену здесь у нас, смотрите, 4 стеклоподъемника. А, блокировка, центральный замок. Подогрев зеркал, естественно, у нас... Так они складываются. Далее у нас вентиляция сидений есть, подогрев сидений, да, и с двухсторонней также, да, то есть у нас несколько режимов есть. Вот, а далее, значит, фары, туманки. А, так, это у нас, значит, яркость приборной панели. Про, значит, трансмиссию. У нас есть постоянный полный привод, постоянно задний привод с блокировкой заднего дифференциала, то есть там он блокируется. В принципе, можно боком на ней хорошо ехать, так как есть блокировка, да. Авто, если мы переводим, значит, все. А у нас при пробуксовке у нас подключается передок, да, то есть автоматически. Здесь 4 повышенные, это у нас постоянный, значит, полный привод, без каких-либо там отключений, и 4 пониженное. 4 пониженное — это у нас самый такой максимальный режим получается, да, то есть на постоянный полный привод плюс пониженная передача. То есть машина, в принципе, можно назвать полноценным внедорожником по возможности трансмиссии. Вот, а, в принципе, сидеть достаточно удобно, я уже об этом говорил. Но здесь есть все, что нужно вот настоящему там автомобилю, магнитола. Ну, в кадре она мигает. Вот, ну, конечно, не полноценный цветовой дисплей сенсорный, но, тем не менее, климат раздельный у нас, да. Тут все, в принципе, понятно. Так, это у нас передвижение педального узла. Здесь вот, если вам будет видно. Так, отключение датчиков парковки, отключение системы стабилизации и вот эта что за кнопочка? Это отключение порогов. Отключение выдвижения порогов. Удобная, кстати, функция. Иногда, потому что они жрут аккумулятор, когда машина долго стоит, мы там, например... Не без дорожки. Да. Это отключение. Да, удобная функция. Только сейчас об этом догадался. Вот эти подстаканники, пепельницы, всякие, ну, вы понимаете, да, то есть не премиум. Вот это здесь огромный просто ящик такой, туда чудок нельзя положить. То есть и розетки, естественно, USB входа. Вот, ну, машина, конечно, поражает своими размерами. И огромный бардачок. Ну, бардачок не такой огромный, как целиком весь автомобиль. Люк, естественно, сдвижной. Это классическая американская кочерга. Вот, то есть здесь у нас есть ручной режим переключения передач. Вот, сейчас она стоит у нас вот в паркинге на данный момент автомобиль. Прекрасно, то есть мы тянем на себя и сдвигаем вот здесь по селектору. У нас видно R — это задняя скорость. То есть у нас включается камера заднего вида в зеркале. Вот, нейтралка — это, понятно, нейтралка. И D — все, в принципе, понятно. И M — это ручной режим. Вот. Поэтому достаточно вот элементарно. Вот любой может на ней научиться ездить и привыкнуть быстро. Не думать, что с кочерги как-то долго привыкать. Здесь режим есть перевозки прицепов. То есть сбоку нажимаем, у нас загорается трансмиссия, переходит в режим тяги. То есть тянуть она может огромные вещи. Не знаю, сколько это, но SRT может 6 тонн тянуть по заводу. Так, итак, садимся в машину. По шуму чувствуем, что у нас... Да? Да. Все. А что такое динамическая стабилизация прицепа? А, все.
Так, отпускаем газ, ой, то есть тормоз. Тишина в машине, конечно, да? Непонятно даже, что двигатель работает. Нам надо съехать аккуратненько. Чувствуем педаль газа сначала, аккуратненько с ней поигрываем. Чувствуем вот этот V8, как он отзывается на педаль газа. И плавненько выезжаем. Так, как нам расправить зеркала? Да. Ага. О, господи. И такие два. Две такие двери с зеркалами по бокам распахнулись. Да, вот это квартира, конечно, на колесах. О, боже мой. Какая она здоровая. Тут даже по сравнению с СРТ. СРТ просто малыш по сравнению с ней. Какое ощущение, что дорога вот идет, как в старых компьютерных играх. Мы сидим на месте, а вокруг нас дорога движется, да? Ну, насколько она большая. Да, она вообще такая не маленькая. И вот я вот сейчас сижу, я, знаете, вот как развалился у американских машин, не в СРТ, конечно, вот у классических американских, у настоящих Шевроле, вот у них ощущение, вот ты сидишь, ты как-то вот разваливаешься, у тебя не классическая посадка, то есть стандартного водителя в машине, то есть, ну, ты вот выставляешь руки вот там, чтобы тебе было удобно, а ты как-то вот сидишь вот так вот, в полулежачем состоянии, и ощущение от управления вот в данный момент, вот, ну, как будто не на машине, а вот на каком-то... Ну, не знаю, тягаче, там, каком-то корабле, да? Но автомобили вот делают все, чтобы максимум на данный момент отделить тебя от каких-то дорожных проблем, неудобств, шума, неровностей дороги, да? Все участники движения, в том числе и газолисты, остаются где-то снизу, да? Вот, но обзорность, ну, просто же, Волга просто кажется каким-то, ну, смешным автомобилем, да? Он газолист снизу. Это даже, кстати, не газель была. О, сзади Escalade едет, кстати, с платформенник данного автомобиля. Да, да. О, как мне нравится. Сейчас опять скажу, что я перехваливаю какие-то конкретные автомобили, но согласитесь, вот ощущение за рулем просто вот, ну, вы, конечно, это не чувствуете, но вот визуально видно, да, насколько мы выше над другими участниками дорожного движения. Да, ну КамАЗ просто, ну можно в случае чего боднуть, да, чтобы он дорогу уступил. Да, уже как-то чувствуешь себя в одной весовой категории. Все-таки надо учесть, что здесь рама, да, обычно классические внедорожники рамные, они у нас вот так вот пропускать КамАЗ, вот. Обычно рамные внедорожники, классические, да, такие как там Prado, Discovery не могут похвастаться как бы большим просторным салоном, потому что все-таки рама съедает. Так как эта машина очень огромная, да, то есть, в принципе, она рамы по салону не чувствуем. Здесь вот я ездил на предыдущем поколении Даха, там все-таки места немного поменьше, но здесь это просто... Мне кажется, я сейчас могу встать в полный рост и пройти на заднее сиденье. Ну, я-то не точно, но у меня есть друг, который может сейчас встать в полный рост и туда пройти, это точно я. Вот, но поразительное, конечно, чувство. И мало того, здесь у нас есть, так, здесь же есть система отключения 2,5 цилиндра, да, под хрустом? Да, да, конечно. Такая же, как в СРТ, то есть при подбросе газа, если мы едем, например, вот сейчас вот, я немного отпускаю, у нас отключается половина цилиндров на время, да, то есть если мы опять жмем газ сильно, они отключаются. Таким образом, сейчас у нас уже расход со 100 литров упал до 32 литров, а здесь сейчас заправлен 92-й бензин, да, то есть она есть 92-й бензин, как, впрочем, в США. Ну вот, неровность, где мы часто проверяем, сейчас мы обязательно по трассе, но вообще нет желания на ней втапливать, ну то есть ускоряться, не втапливать это как-то по-копски звучит, да, по-гоповски, а вот мы все-таки ускоряться, вот мы уже 28 литров, за 100 литров до 28 уже упал. Ну вот мы едем, обратите внимание, на тахометр в городе, то есть у нас обороты не превышают тысячи, типа, полутора тысяч, понимаете, суть американских V8 в том, что вот мы сейчас вот едем по городу, вроде бы кажется, V8 должен жрать, но так как мы его сильно не крутим, коробка настроена тут настолько экономично, и крутящий момент много что нам позволяет, вот он эту махину двигает в пределах полутора тысяч оборотов по такому городу. Вы прекрасно это видите у себя на камере. Да, это... Такое чувство, такое расслабленность. Очень, да, машина очень сильно расслабляет. Я, конечно, даже, знаете, вот у меня, когда ешь на машине, хочется проверить, как она
ускоряется, да, как она тормозит, как она ходит в ворота, ну вообще ничего не надо. То есть вот стареть нужно, да, только на тахо. То есть у тебя даже, говоришь, садишься такой весь молодой, там тебя интересуют гонки, ускорение, прохождение бортом боком, но здесь как-то все второстепенно. Ну вот на каждый, ну смотрите, да, я сейчас поднажал, машину ускорился, но 2000 оборотов не превышает. О, ну да, я, конечно, может быть, чересчур эмоционален, но ощущение поразительное, очень высоко. Я не знаю, я как будто еду на самом на тягаче на каком-то, да? Ну, на самом деле, в Америке даже, если посмотреть, там есть грузовые как бы соплатформники данного автомобиля, ну, то есть родственники Сильверадо, да, они используются как тягачи, как грузовики, там, с полноценной грузовой платформой, поэтому эта рама достаточно крепкая, то есть она держит грузы, ну, там, возможно, немножко измененная, но, господи, я никогда так медленно в поворот не входил. Я не знаю, на самом деле. Я даже тут наурчи втапливал, который не едет вообще. А здесь у нас вроде 325 лошадей. Так, у нас расход уже до 20-ки снизился. И опять же, уже 100 км в час. Ну так спокойно, это кошмар. Я сейчас посмотрел на спидометр, 100 км в час у нас скорость. Ну, сказать, что скорость здесь не чувствуется, это вообще ничего не сказать. Вот 100 км в час. Я еще даже не сказал бы, я даже не понял, что скорость. Ну, слушай, 100 км в час едем. Я сейчас как будто я даже на педаль не жму, реально. Ощущение вообще поразительно. Ну, супер. На ней не чувствуешь скорость вообще, серьезно. 100 км в час сейчас едем. Я одним пальцем держу руль. Надо посмотреть, узнать, сколько она весит, но мне кажется, нехило так весит. Она весит 3,5 тонны почти. Сейчас мы едем, кстати, для справки. Двух. То есть у нас только задний привод. Ну, естественно, наличие блокировки задних. Ну, смотрите, ну опять. О! 100 км в час опять. Ну, просто незаметно. Обычно уже на сотке у С-класса появляется завихрение, то есть мы чувствуем завихрение в лобовике, да? Мы чувствуем шумарок, но здесь этого нет. Знаете как? Ну, это даже, я подумал, что даже спидометр врет, но рейс-лоджик тоже у нас насчитывает 98 км в час. Поразительно. Эта машина реально для трасс, вот там далеко куда-то поехать. Ну, я просто в шоке, если честно. Я не знал, что можно так не чувствовать скорость на автомобиле. Расход 18,7 падает, да? К слову о пожирании бензином, да, наших американских дорог. И, кстати, мы очень хорошо рулем, я чувствую, как бы вот я перестраиваюсь рулем, то есть я руль не перехватываю, ну, кто-то скажет, что это неправильно, но так как у меня, как бы я машину уже отлично чувствую, я буквально делаю двумя пальцами движение вверх-вниз, и я полностью чувствую руль. Поэтому машина чувствуется очень хорошо, благодаря тому, что у нас есть такие небольшие выштамповки на капоте, и мы видим полностью капот целиком, да, то есть у нас нет таких мертвых, необозримых зон для капота. То есть мы видим абсолютно все. Да. Я сейчас занят, попозже позвоню. Так, продолжаем ехать. Вот здесь мы все испытываем на нашу вибро защищенность подвески. У нас появляется рык V8. Он отлично справляется. У нас такая локомотивная тяга появляется. Я педаль не втапливаю. Приятно, да? Очень приятно. Что у нас, станок? Возможно, записалось, возможно, нет. Я говорю, благодаря тому, что, в принципе, машина стойки настроена на город-трасса, да, то есть достаточно комфортно мы там чувствуем. Конструкция сама по себе достаточно мощная и массивная, ну, можно сказать, грузовой. И на бездорожье у нас как бы вот это вот ощущение,
нет зажатости подвески, как, например, на том же самом Туареге, да, то есть у нас, в принципе, машины, мы чувствуем себя везде хорошо, то есть мы чувствуем, наша машина ходит, колесо повторяет профиль дороги. Если бы она стоила, там, грубо говоря, 3200, да, ну, можно было бы что-то там ей предъявить, там, сравнивать с Land Cruiser, да, то есть, хотя, сложно сказать, там, если мы сейчас будем цена-качество говорить, что лучше. Мне кажется, безусловное преимущество данного автомобиля, ну, вот я бы еще, конечно, сделал на все для комфорта, ну, вот реально, то есть, мне очень это нравится. Даже камера заднего вида. Ну, конечно, за 2200, в принципе, должна она была быть. В принципе, да, все видно. Непривычно немножко смотреть. Обычно у нас вот здесь загорается. Я проезжаю там, да? Нормально? Да, да. У нас там гудок для этого. Блокировка, чё? Особо, значит, ну вот когда вот мы газовали сейчас, вот поднимаясь в склон, 23 увеличился у нас расход. Особо интересные внедорожные испытания, естественно, вот здесь таких серьезных препятствий мы не нашли. А надо, естественно, оставить интересные вещи на зиму, когда у нас будет снег, проверить там, на что способен данный автомобиль. Думаю, там сравнительный тест-драйв с Land Cruiser можно сделать. Но машина, конечно, огромная и внушает такое ощущение вот безопасности какого-то вот, как повелитель таких вот дорог, самая большая машина, да, так приятно очень ехать на ней. Ну, чувствуется, когда мы все-таки едем по такому бездорожью, что все равно настройки у нас шоссе-город, да, то есть она заточена именно под это, и тут чувствуется такая... Крупные неровности все-таки попадают, но это не критично абсолютно. Это прям на уровне качества резины. Если поменять чуть резину, например, поставить какую-нибудь там, ну, грязевую резину, чуть спустить давление, то это пропадет. То есть стыки мы чувствуем кузовом. Это вот если как-то слишком придираться к автомобилю. Ну так, конечно, вот подлокотник. И опять же, прям хочется управлять одной рукой данным автомобилем. Вот я понимаю людей, которые вот покупают американскую машину и вот влюбляются в них. Вот если ты поездил на таком, то там пикапы разные, там они какие-то там дурамаксы 6-литровые, какие-то там, не знаю, там рапторы потом. То есть человек, который сел, вот привык к комфорту американских автомобилей, он как бы с них больше не слезает. Потому что цена-качество – это действительно хороший уровень комфорта. Нет. А она же как-то должна отображаться. А там где стоит? На Д? На Д. Ты что, раз тут самолет едет, не переключается? Ну, а я просто в пол давлю. Вот. Газ в пол. Но она до упора выкручивает V8. Достаточно. Нельзя, кстати, назвать его тупым, очень хорошо понимает того, что хочет водитель. То есть, если он вдавливает педаль, она докручивает V8, нет смысла там на пониженную кидать. Так как у нас достаточно много момента, он просто выкручивает его целиком и все. И поэтому без задержки получается очень быстрое ускорение. Слушай, ну КамАЗ вот видит, ну ощущение, что плюс-минус одинаковая машина, да? Здоровая тачка. Да. Вот такая. Очень большая. Вот, ну, наверное, плохо, да, с продажей у нас пока этих машин. Не понимают люди? Они же только... Нет, почему? Спрашивают очень много. Они только пришли, я считаю. Вот. А, понятно. Да, их не было, просто не было. Но все равно, мне кажется, там машин, дай бог, одну-две продать в месяц, да? Ну, заказов уже 3 заказа есть. А, 3 заказа. За 2 недели. Неплохо.
Давайте-ка ради интереса померим динамику. Просто так вот у нас поставим. В D. В задний при. Просто вот ради интереса. Это не та машина, конечно, на которую стоит гонять, но мы все-таки попробуем ускориться. Так, все правильно. Такая мощь чувствуется, да? 9,4. Ну плюс заявлен у нас 9,0, но 0,4 можно у нас на наш бензин. 9,4, неплохо для такой фигни, да? Кстати, спидометр достаточно так показывает, плюс-минус. Я думал, она не уложится, я думал, секунд 10 поедет. Действительно, 9,4 едет свои заявленные. По-моему, там 9,2 заявленные характеристики, если я не ошибаюсь. 9, да, с чем-то там. Ну, молодцом. Таха держит динамические свои показатели. 16,7 квотер, это прям, вот, ребята, я могу сказать, это хорошо. Это даже для С-класса хорошего 16,7, это хорошо. Ну, это, естественно, быстрее сток Приора, да, любой там. Приор едет у нас 18 секунд. Какой маленький радиус разворота, смотри. Почти поместились. Или не, поместились, поместились. Да, проходит она, все прошло. Сдуреть. Ну, мне нравится, конечно. Мне нравится. Приехали, покатались, отгонялись. Ну, машина мне понравилась, да. Раньше я думал, что идеальная покупка. Ну, она чуть дороже двух, да, 2200. А там скидки, акции какие-нибудь там будут? Вот. Ну, сколько там мне скинуть можно? 100 тысяч. Ну, грубо говоря, 200 там можно. Ну, вот, в общем, в пределах двух я раньше думал, что Touareg. Но сейчас я как бы задумался, да. Потому что за такую машину 2 миллиона. В Америке она еще дешевле стоит, да, грубо говоря, на миллион дешевле. Ну, в среднем там цены начинаются. В Америке, кстати, есть заднеприводная версия этого автомобиля, она чуть пониже. Милиционеры на них ездят, потому что, в принципе, кого-то надо там подрезать, столкнуть с дороги. У них это прям, у этой машины это хорошо получится, да. Там, в принципе, конкурентов мало по размеру данного автомобиля. Есть у нас Субурбан, ну там и Хаммер, они побольше, конечно. Ну, все-таки я сейчас думаю, Touareg или Tahoe, вот сложно сказать, разных принципиально автомобилей, вот. Ну вот мне нравится комфорт, конечно, у автомобиля и размера. Это вот, когда ты садишься в Touareg, у тебя там сразу там, ну, он не дарит тебе новых ощущений, да, это как FX, там, как RX, то есть, ну, в принципе, даже, да, как ML, что-то. А здесь что-то другое, такое как-то, какое-то доброе, такое большое, размеренное, да, это приятно, вот, на каждый день. И машина еще безопасна, да, вот одно дело, например, 5 звезд по безопасности, например, у этого автомобиля, и взять, например, какой-нибудь 5-звездочный хэтчбэк, там, да, С-класса. Естественно, у нас же в России обычно редко в стены врезаются, у нас обычно ДТП происходит, ну, грубо говоря, с другой деформированной стороной, да, обычно это лоб-лоб, и поэтому, если, например, лоб-лоб столкнуться на скорости 60 км/ч, 5-звездочный вот этот вот внедорожник и 5-звездочный хэтчбэк, это не значит, что они одинаково отработают удар. Естественно, повреждений будет меньше у этого, и не позавидую тому, с кем столкнется как бы, вот эта вот фигня, да. То есть я думаю, что на наших дорогах это один из самых безопасных автомобилей с точки зрения вот, столкновений, или если вас кто-то едет, да. Все-таки рамы, огромный размер делают свое. И, в принципе, цена, да, цена даже вот для нашего рынка, для конкурентов, она невысокая. 2 миллиона – это цена, там, Эксплорера, Хайлендера, что там у нас, Touareg в минималке, да, тоже попадает. Прада у нас в два, да, но Прада будет таким пустоватым, то есть там будет дизельный двигатель. Здесь преимущество то, что у вас, в принципе, сразу максимальный двигатель в базовой комплектации, да, мощный очень и достаточно экономичный, как мы сейчас поняли. Но у нас до 20, вот, 3, 7, 8, сколько там? Ну, 28, но это мы гоняли, понимаете? На любой машине, если на СРТ топить очень сильно, можно и до 40 довести. Но вот здесь 17-18 литров, спокойно, по городу, круиз-контроль, по трассе машина мне понравилась. По бездорожью неоспоримым преимуществом будут являться перед такими конкурентами, как Land Cruiser. Грубо говоря, здесь, кстати, блокировка есть. У Land Cruiser, по-моему, в базе нет блокировки. Перед Gelandewagen это, во-первых, высокая посадка, да, то есть самый высокий клиренс с конкурентом. И даже больше, чем у Патриота, кстати, здесь.
и мощный двигатель уже в базе, да. Она очень хорошо поднимается в горке, тянет, то есть, ну, это мы сравним. Toyota Land Cruiser у нас есть, Patriot есть, а вот Гелендваген, если будет, было бы замечательно. В общем, мне машина понравилась. Я, если честно, задумывался, вот все-таки Touareg или вот в этой ценовой категории, что бы я отметил. Машины разные, но вот по настроению. Вот. Ну все, динамику она показала достойно, 9,4, ну там 0,4 чуть погрешность есть, но в 9 секунд она в свои паспортные уложилась. Все, всем спасибо за внимание. Следующее видео я планирую выложить, кстати, опять про внедорожник, про Патриот, как мы участвовали в гонках на нем, да? Вот, все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь, до встречи.